Уральское таможенное управление передает 154 тысячи единиц изъятых конфискованных товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, областной клинической больницы номер 2. Сотрудниками таможни во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области в пунктах пропуска Бугристая и Варна было выявлено 14 партий товаров медицинского назначения общим весом 27 тонн, которые запрещены к вывозу с территории Российской Федерации. По закону все конфискованное имущество по решению суда направляется в Росимущество для дальнейшей реализации. Это стандартная схема обращения товаров в федеральную собственность. Однако Федеральная таможенная служба России имеет право самостоятельно передавать товары, обращенные в федеральную собственность. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, благодаря конструктивному взаимодействию Уральского таможенного управления, губернатора и правительства Челябинской области, в максимально короткие сроки Федеральной таможенной службой было принято решение о направлении изъятых конфискованных товаров в адрес областной клинической больницы номер 2. Сегодня мы передаем две партии товара. Это перчатки, бахилы, антисептики и дезинфицирующие средства. Остальные 12 партий товаров планируются к передаче в ближайшее время по аналогичной схеме.